Всем привет! Меня Кана, Алинка, Шинка. Да, чтобы не пропустить все наши новые видео. На колокольчик, правильно. А сегодня мы с Алиной покажем вам серию игрушек из Макдональдса о смурфиках. Вот такая коробочка. Так. И что у нас тут есть? У нас вот такой вот классный домик с фиолетовой крышей. Алина уже показывает смурфиков. А ну покажи, кто. Так, тут у нас есть смурфетка, да? С луком и стрелами. И самый старший смурфик, который в красном колпаке ходит. Напишите в комментариях, как его зовут. Да, а то мы забыли. Здесь есть вот такая вот вкладыш. И он вставляется вот так вот. Или вовнутрь. Сейчас, Алиночка. Сейчас открою. Давай. Открываем домик с красной крышей. Пока Лена открывает. Где у меня будет коллекция? Так. И вот такой вот домик с окошком. Вот дверь нарисована. И вон они там стоят внутри. Сделаем мне дырочку. Да, сейчас. Опа, на. Пока Лена открывает смурфиков, я вставлю вкладыш в домик. Тут не смурфик. Тут не смурфик. Крышечка сядет. Так, это у нас домик с красной крышей. Там вот такой жучок у меня. Так, Алина там достает какого-то жучка. Давай, 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 давай. Может, коробка. Может, коробка это. Божья коробка. И смурфик-заучка. А как зовут его, тоже напишите в комментариях. Вот такая вот смешная божья коровка с огромнейшими глазами. Ты посмотри, какая она. Неужели она кого-то испугалась? А, ее учит смурфик-всезнайка. Класс. Ну что, давай открываем следующий. Следующий у нас домик с оранжевой крышей. Ого! Ого, синий домик. Ага. Там дырочка есть, да? Нету. Так, это у нас домик с оранжевой крышей. Вот такой. И здесь у нас смурфик в домашнем халатике. Но он такой боевой, он кулачок выставил. Он, наверное, кому-то хвастается. И еще одна смурфетка. Вот такие они красивые. Алина принялась за последний домик с желтой крышей. На. А внутри домика тоже есть двери, окошко, разные предметы, кресло, зеркало. Упаковано. Я упакована. Так. Алине помогает Эверест. Собачку, которую Алина назвала Эверест.
И кто у нас тут есть? Тут у нас есть смурфик с зеркалом. И смурфетка с какой-то большой палочкой. Смотри. Они у нас были в домике с желтой крышей. Классно. Ну. Тут ёлка. Вот такая вот у нас коллекция. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Алина сосчитала всех смурфиков. А какой тебе домик больше всего понравился? Это. Алине понравились абсолютно все домики. А какие смурфики больше всего понравились? Это. Алине понравились абсолютно все смурфики и домики. Ну что, тогда будем прощаться. Да. Алина пока складывает их в домик. Всем пока-пока. Да, давайте, да. На канал Алинка Сельверинка. Всем пока.